I think the Vernadsky challenge is a great thing. I think it's in particular interesting, as far as I can tell, is for the good of the people in this area. They're trying to build a human resource of people that are on the cutting edge of new technologies. So if they're successful with this, everybody benefits. Мы продолжаем это проводить не ради тех компаний, которые выиграли и будут перед вами представлять сейчас там 10 своих проектов и так далее. Мы это делаем для того, чтобы те, кто сейчас в зале, у которых есть идеи, у них появилась надежда, и они сюда пришли завтра, послезавтра, через 3 года и так далее. Так или иначе, мы прокачиваем именно информационно, чтобы люди понимали, что успешные примеры есть. Так что спасибо вам, я надеюсь, мы зажжем ваши мозги немножечко сегодня и буду рад сидеть через год. Кстати, отбор был нелегкий. У меня 2 дня заняло только пересмотр кандидатов. Заявки принимались со всего мира, и все желающие могли принять в нем участие. Поэтому здесь и в составе жюри много международных представителей, это и проекты тоже. Но, конечно, основная масса – это украинские проекты. Это фантастическое мероприятие. Здесь встречаются люди, которые уже чего-то достигли, с людьми, которые только начинают свой путь. И самое главное, с теми людьми, которые этот путь еще не начали. Подобный проект дает возможности реализовать себя и дать что-то хорошее этому миру. Мы треба вірити саме в свої сили, саме в те, що ти робиш гарну, круту річ, яка буде подобатись іншим людям. Якщо ви щось хочете добитися в житті, поставте ціль. Якщо ви її поставите, ви можете її достичь или не достичь. Но если вы ее вообще не поставите, то вы никогда ее не достигнете. Всі ці ідеї, які тут зараз в залі демонструються, вони колись були просто ідеями на дивані або десь там у кав'ярні. Зараз це вже реально можна щось там потримати, побачити. Я всегда всем начинающим стартапам даю один совет. Проверьте свою теорию. Действительно ли проблема, которую вы хотите решить, является проблемой? Если у тебя есть собственная идея, с которой ты вот железно знаешь и считаешь, хочешь добиться, тогда вообще не смотреть ни на что, а двигать эту идею. Развивать, искать и реализовывать, не останавливаться на достигнутом.